Я думаю, психологию мы меняем потихонечку, и, ну, я думаю, что все получится. Да, я вчера смотрел, я знаю, могу тебе сказать. Можно еще Сильвончика туда добавить. Ну, не сейчас, а лучшие годы, когда ему было лет... Не-не-не, у нас Максим Конов. Лет так 15. А, мое мнение неинтересно, да? Месяц этого турнира он держал в напряжении всех. Смотрите «Ясно» о мини-футболе каждый вторник в 21:00.